Подросткам продают алкоголь и сигареты в центре Казани. Убедились во время рейда оперативники отдела полиции Епеева. В ларьке на Кремлевской несовершеннолетний без проблем купил пачку сигарет. В магазине на Карла Маркса девушке, которой нет 18, отпустили бутылку пива и табачные изделия. Составлены протоколы взыскания штрафов до 2000. Сотрудники МВД обещали, проверки станут еженедельными.